Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы совершим первую попытку почистки мода, который мучился 2 года. Обзор на него будет в описании. Начнем очистку с применения раствора лимонной кислоты. В стеклянную банку наливаем примерно 800 мл воды. Далее засыпаем 60 грамм лимонной кислоты и тщательно перемешиваем. В получившийся раствор опускаем нашего бедолагу примерно на 1 час. Лимонная кислота моментально начала действовать и разъела всю коррозию на дне банки, поэтому раствор приобрел слегка желтоватый оттенок. Лимонная кислота стремительно вступает в реакцию с ржавчиной на моде. Кусочки налета сразу же начинают отваливаться и при этом выделяют пузырьки газа. Спустя 15 минут невооруженным глазом видно, насколько сильное воздействие оказывает раствор лимонной кислоты на медную поверхность нашего страдальца. Также можно заметить, что краска с юбки-дрипки также начинает слазить. После того, как мод провел 60 минут в растворе лимонной кислоты, мы решили промыть его под проточной водой. Как только мы извлекли карму из банки, на ней практически не осталось следов ржавчины. А после нескольких секунд подстроя воды она приобрела слегка розоватый цвет. Но кнопка Fire все так же не откручивается. Мы не теряем надежды запустить этот мод, поэтому ждем ваших оригинальных советов по дальнейшему восстановлению и разбору мехмода. Спасибо за просмотр, с вами был CigaretteNetBuy и до встречи на нашем канале. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео, и подписывайтесь на наши социальные сети, все ссылки есть в описании под видео.